На прошлой лекции мы с вами говорили о православном учении о церкви. Я говорил, что существенное значение в церкви имеет получение благодатных даров. Однако, как мы в церковь, входя в церковь, получаем благодатные дары? Собственно говоря, учение о том, как мы можем приобщиться к самой церкви и тем благодатным дарам, которые находятся и хранятся в церкви, это выражено в учении о таинствах, или вы знаете значение слова «сакраментология», то есть раздел догматического богословия, учащий о таинствах, называется «сакраментология». Один из богословов святых отцов, а именно епископ римский Лев Великий, он как-то сказал, что Христос продолжает жить и присутствовать в церкви в таинствах. Потому что все таинства, они как бы имеют отношение к Христу. Все таинства берут свое начало во Христе. И, собственно говоря, все таинства, они даны нам для того, чтобы мы могли жить как новые люди. Если, опять же, обратиться к апостолу Павлу, то вы увидите, что там идет рассуждение о Ветхом Завете и Новом Завете, о старом избранном народе и о новом избранном народе, а также о ветхом человеке, который, как пишет апостол Павел, истлевает в тленностях, да, и о новом человеке. И мы, входящие в церковь, мы новые люди, мы получили новое рождение, и, собственно говоря, и должны жить как новый человек. Соответственно, это новизна нашей личности, если так можно выразиться, она, получается, осуществляется в таинствах и через таинства. Сколько существует таинств православной церкви? Традиционно принято говорить о 7 таинствах. Очень часто это число, то есть 7, сравнивают с количеством вселенских соборов, с количеством даров Святого Духа, с количеством столпов премудрости, которые упоминаются в соответствующих книгах Ветхого Завета и так далее и тому подобное. Однако само это седмеричное число таинств, оно вошло в курсы православно-догматического богословия, ну, достаточно поздно. В принципе, надо сказать, что все равно, несмотря вот эту поздность вхождения именно седмеричного числа, было немало византийских авторов, немало святых авторов, которые говорили тоже о седмеричности таинств. Но были и те, которые говорили о большем количестве таинств. Например, некоторые святые отцы, такие как преподобный Федор Студит, считали 8-м таинством, так называли, монашеский постриг. Отчасти, например, преподобный святитель Симеон Солунский в своем известном произведении, где он объясняет таинство, он дает еще большее количество. Но в любом случае, все-таки церковное сознание, оно восприняло и как постоянное количество таинств, это написано во всех учебниках по догматическому богословию и по катехизису, как седмеричное, то есть 7 таинств. О каждом из этих таинств мы с вами поговорим. Собственно говоря, таинством, вводящим в церковь, это таинством является крещение. Приняв крещение, мы становимся членами церкви. Да? То есть нельзя быть членом церкви, не будучи крещенным. В символе веры упоминается таинство крещения. Интересно, что только одно таинство упоминается в символе веры, а именно таинство крещения. Почему не 7? Почему одно? Потому что предполагается, что именно это таинство вводит в церковь, а все остальные таинства уже по факту принадлежности церкви даются человеку, если он желает их воспринимать. Да? Соответственно, поэтому только одно таинство употребляется, упоминается в символе веры. Мы принимаем крещение во имя Отца, Сына и Святого Духа. Если кто-нибудь из вас помнит формулировку таинства крещения или присутствовал и запомнил на таинство крещения, то крещаемый погружается в воду с произнесением имени Пресвятой Троицы во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. Обязательным является крещение именно во имя Троицы. Уже в правилах святых отцов, в правилах соборов IV века
говорится о необходимости крестить именно во имя Пресвятой Троицы. Потому что, как вы помните, был целый ряд каких-нибудь еретических движений, которые отрицали это важнейшее краеугольное учение для православной церкви. Я имею в виду всяких монархиан, ариан и так далее и тому подобное. Поэтому именно эти слова являются обязательными. Однако, что же происходит в таинстве крещения? Почему именно таинство крещения, а не какое-либо другое таинство, вводит нас в церковь? Интересно, что каждое таинство, оно имеет материальное и духовное наполнение. Собственно говоря, материальную сторону и духовную. Материальное выражено в определенного рода веществе, в определенного рода действиях, которые совершает священнослужитель. Иоанн Златоуст, объясняя, почему так, говорит, что человек, он двухсоставен, в нем есть тело, есть душа, соответственно, для того, чтобы и приобщить его божественным дарованием, нужно использовать вот эту двоякость, состоящую из материи и из духовного наполнения. В таинстве крещения мы используем воду. Почему вода? Почему не какое-либо другое вещество? Не только потому, что сам Господь Иисус Христос дал нам основание, дал нам прецедент, приняв крещение на реке Иордан. По сути своей, действительно, это важное историческое евангельское основание того, что именно в воде производится таинство крещения. Однако, как толковали многие известные толкователи, вроде Семена Солунского или Николая Кавасила и многих других, они обращают внимание на то, что вода – это символ жизни. Вода – это некая первостихия мира. Вы помните, опять же, если обратиться к Священному Писанию Ветхого Завета, то там говорится о том, что когда Бог создал землю, то она была безвидна и пуста. И, собственно говоря, это было вот что-то водообразное, да? И именно поэтому вода всегда рассматривалась как вот эта первостихия мира. И, кроме всего прочего, вода еще связана с очищением, безусловно. Поэтому и используется вода. Мы заново рождаемся. Кто во Христе, говорит апостол Павел, тот новое творение. Или у нас написано, например, в славянском переводе «новая тварь». Да? Новое творение. Есть ветхое творение, вернее, есть старое творение, если так можно выразиться, творение мира, когда был мир сотворен за 6 дней, и в результате был сотворен в 6-й день человек, то творение связано с первичным сводной стихией, а потом уже все остальное. Так и мы новое творение, новый человек в новом народе через нового Адама, то есть Иисуса Христа, потому что апостол Павел называет Христа новым Адамом. Мы тоже как бы входим через обновление в воде, через обновление стихий. Собственно говоря, в таинстве крещения присутствует момент, связанный с освящением этой стихии, самой материи воды. И поэтому это освящение, оно тоже символизирует, что и происходит обновление водной стихии. И уже в освященную воду вводится тот, кто желает принять крещение во имя Пресвятой Троицы. Смысл крещения в чем? Смысл крещения в том, что мы устанавливаемся через Иисуса Христа Богу Отцу. Апостол Павел не раз в своих посланиях говорит о том, что мы были чадами гнева, но перестали быть таковыми через Сына Божьего Иисуса Христа. Мы были отлучены от божественной благодати, но через Иисуса Христа мы ее получили. И это новое установление. Мы становимся опять сынами Божьими. И в данном случае можно вспомнить притчу о том, как сын неблагодарный оставил своего отца и ушел на сторону. Но в результате, как вы помните, с ним там было не очень хорошо, и он решил вернуться обратно. И когда он вернулся, отец его как бы заново устанавливает, берет его обратно. Хотя сам сын осознает, что по сути своей он достоин быть служкой или рабом. Не более, потому что он поступил некрасиво по отношению к своему отцу. Но отец его обратно устанавливает, берет его как сына. И в этом смысле можно сравнить и наше возвращение к Богу через принятие крещения и вхождение в церковь. Мы заново устанавливаемся. И даже в таинстве крещения об этом говорится прямо. Там говорится о том, что мы сыны или тщери, да, становимся сынами или тщерями, то есть дочерьми Бога. Там говорится о даровании сыноположения. Это очень важное
важный термин для понимания всего чина крещения, сыноположения. То есть мы как бы полагаемся в сыновья Божии, мы становимся сынами Божьими. И в этом сыноположении мы должны жить уже не как жили до этого, не как некие люди, живущие не по заповедям Божьим, живущие, если так можно выразиться, на стороне, а те, кто живут в внутреннем доме Бога, в церкви Христовой. И в этой церкви Христовой нужно жить как сын или как дочь. Что прощается, что дается, какие благодатные дары даются в таинстве крещения? Очень часто задают этот вопрос даже просто обыкновенные люди, которые только пришли принять крещение, и им интересно, а что же происходит в таинстве крещения? В таинстве крещения, как я уже сказал, происходит вот это вот возвращение, вот это усыновление. Но кроме всего прочего, Бог дает благодатные дары. Эти благодатные дары выражены в том, что в таинстве крещения нам прощаются личные грехи. И кроме всего прочего, нам даются благодатные силы для преодоления, для ликвидации последствий первородного греха. Собственно, если бы этого не было, то тогда было бы не нужно крестить детей, потому что личных грехов у детей нету. Однако даже самый-самый маленький ребенок уже имеет в себе первородный грех, имеет в себе склонность делать зло. Вы неоднократно, наверное, видели, что совсем-совсем маленькие дети, которые там только научились говорить, уже могут сделать что-нибудь такое, выходящее за рамки понятия «добро» или «нравственное». Да? Очень часто совсем быстро проявляется вот эта наклонность человеческой природы делать злое в совсем маленьких детях, которые только начинают осознавать, только начинают жить взрослой жизнью. Поэтому, конечно же, сам опыт жизни, он показывает нам, что даже в маленьком человечке все равно присутствует вот это тление греха. И это тление греха, оно, я употреблю слово, ликвидируется в таинстве крещения. И Бог дает благодатные силы для того, чтобы удержать в этом состоянии, дабы не творить и далее эти грехи, не возвращаться к этому состоянию. Кроме всего прочего, надо, наверное, привести одну очень интересную аналогию из святителя Григория Ниского, когда он, рассуждая о значении таинства крещения, сравнивает первородный грех с раковой опухолью. Да, это страшная болезнь, она уже была известна в древние времена. И он говорит, представьте себе ситуацию, что, например, кто-нибудь заболел раковой опухолью, и человека, естественно, излечить, особенно по тем временам, практически невозможно. Но вдруг появляется некий великий врач, и он вырезает эту опухоль и, собственно говоря, ликвидирует ее. Можно ли говорить, что человек здоров? И святитель отвечает на свой же вопрос. И да, и нет. Да, потому что корень болезни, собственно говоря, опухоль, она уничтожена. Но человек ослаб. Человек, болевший этой серьезной болезнью, он ослаблен, он истощен. И для того, чтобы вернуться в полноценную жизнь, стать обратно физически здоровым полностью человеком, нужен долгий процесс. Этот процесс связан там, с особым питанием, с особым ритмом жизни, с принятием каких-нибудь лекарств и так далее и тому подобное. И только после этого долгого процесса он начинает выздоравливать полностью. Он становится полноценно здоровым человеком. Так и в таинстве крещения. Да, первородный грех уничтожается, но все равно слабость человеческой природы еще присутствует. И для того, чтобы болезнь не вернулась обратно, чтобы мы стали в полном смысле здоровыми, нам и дано, и в обязательном порядке необходимо жить по заповедям Божьим, жить согласно вот этому ритму жизни, заданной христианскими заповедями. Мы должны выбрать правильный образ жизни, мы должны правильно себя вести, правильное духовное питание, если так можно выразиться, употреблять. И только тогда то, что мы получили в таинстве крещения, в нас в полном варианте приведет, развинется и приведет нас к полноценной здоровому образу жизни. Поэтому в ответе на вопрос, ну а почему, приняв крещение, мы все равно продолжаем грешить? Вот потому и продолжаем, потому что все равно, несмотря на ликвидацию вот этого корня греха, этого первородного греха, как называется он в
догматическом богословии, все равно последствия его, ослабляющие человеческую природу, они остались. И дабы в полной мере стать здоровым человеком, нужно потрудиться, нужно жить согласно тому, тем заповедям, которые дал Господь. Вспомните, что и в Священном Писании спасение, спаситель сравнивается с врачом, да? С тем, кто как раз помогает, с тем, кто дает возможность излечиться. Кроме всего прочего, в символике таинства крещения присутствует еще момент, связанный с обещанием доброй жизни. Для того, чтобы не просто получить дар, но получить дар и обещать, что этот дар, он будет развит правильно. Пообещать, что не будет следования тому, кто противостоит Христу, а именно, собственно говоря, нечистому духу и бесам и всем тем силам, которые пытаются искусить человека. Соответственно, эта символика, которую вы, наверное, все неоднократно видели, включающая в себя отречение, да, запретительные молитвы, запрещение нечистым духом прикасаться к человеку, а потом отречение от сатаны и всех дел его. Отрицаешься ли от сатаны и всех дел его? Отрицаюсь. Да? Отрекался ли ты? Отрекся. То есть я не просто получил дар, я обещаю хранить и врасти в себе этот дар. И ни в коем случае не следовать тому соблазну, когда кто-то, а именно прежде всего нечистые духи, будут мне всячески предлагать этот дар нивелировать, на этот дар не обращать внимания, жить вопреки этому дару, полученному в крещении. И еще одной интересной символикой, тоже связанной с водой, и, собственно говоря, именно поэтому очень часто многие настаивают, и это действительно соответствует канонической традиции церкви, крестить полным погружением, да, не обливанием, как это, например, распространено в западных конфессиях, а полным погружением, когда младенец или взрослый человек погружается в воду, поднимается, погружается, поднимается. Это символизирует умирание со Христом и воскресение вместе с Ним. И тоже апостол Павел говорит, и именно это апостольское чтение и читается на таинстве крещения, что мы с Христом умираем для греха и с Христом воскресаем для праведности. Мы с Христом умираем для ветхой жизни и с Христом воскресаем для новой жизни. Мы с Христом умираем как ветхий человек и с Христом возрождаемся как новый человек. Поэтому таинство крещения и называется новым рождением или новым творением. И, безусловно, это таинство вами должно всячески с благоговением совершаться, когда вы будете священниками и будете совершать это таинство над теми людьми, которые будут к вам приходить. А как я уже сказал, таинство крещения – это таинство, вводящее в церковь. Это, как тоже принято часто называть крещение, это ворота в церковь, да, дверь в церковь. Человек, крестившийся, входит в церковь. Но сразу после крещения над ним совершается другое таинство. Очень много мирян не знают, что сразу после крещения совершается другое таинство. И поэтому вам, как будущим священнослужителям, я бы рекомендовал всегда объяснять людям, что вы совершили крещение, а сейчас будете совершать таинство, которое называется миропомазание. Потому что есть люди, которые на вопрос, или, например, вы миропомазались, они всегда удивляются, говорят, а что это такое? Всегда надо объяснять, что есть такое таинство. И это таинство совершается сразу после крещения. Я вам говорил на прошлой паре о христологическом и пневматологическом аспектах церкви. Собственно говоря, об аспектах церкви, о церкви как основанной Христом и церкви с тела Христова, и о Духе Святом, который наполняет с благодатными дарами церковь. И если крещение – это выполнение, собственно говоря, христологического аспекта церкви, потому что у нас вся символика связана с Христом, это и крещение водное, и умирание, и воскрешение со Христом, то таинство миропомазания связано с Духом Святым. Это, повторюсь, тот пневматологический аспект церкви, о котором я говорил. И даются дары Духа Святого для человека, вступающего в церковь. Дабы он не просто пришел в церковь, а пришел уже с дарами Духа Святого. И эти дары даны
в состоянии, которое, конечно, тоже надо будет развивать. Да? Не просто произошло миропомазание, и мы обладаем всеми дарами сразу, моментально. Какой-то из этих даров со временем будет проявляться у нас больше, какой-то меньше. Но смысл миропомазания в том, что эти дары даются нам для обновления нашей жизни. И обновление нашей жизни, оно прежде всего связано с тем, что христианин по-другому видит, по-другому слышит, по-другому чувствует, по-другому думает, по-другому относится к окружающему миру. И поэтому в таинстве миропомазания помазываются те части тела, которые ассоциируются у нас с чувствами. Глаза, уши, ноздри, уста, руки, ноги и так далее и тому подобное. То есть мы получаем дары для того, чтобы видеть как христиане, поступать как христиане, ходить как христиане, слышать как христиане, дабы мы, наши чувства были настроены на добро, на благо, на приобретение блага и на видение блага. Вспомните слова, уже цитированные мной на прошлой паре из апостола Павла: «Да будут у вас те же чувствования, что во Христе Иисусе». И, соответственно, обновление наших чувств, возможность обновления наших чувств дается в таинстве миропомазания. Однако, как я уже сказал, в таинстве миропомазания в обязательном порядке тоже нужно понимать, что эти дары нужно в себе взращивать. Опять же, если обратиться к евангельскому тексту и попытаться из Евангелия найти места, которые бы объясняли, как, собственно говоря, происходит это, и что происходит, если мы не развиваем в себе те дары Святого Духа, которые получили в миропомазании, то можно привести притчу о том, как если изгоняются из человека бесы и уходят, но не заполняется этот человек, не заполняется он чем-то новым, чем-то благим, добрым, то бесы, это видя, вернутся обратно и возьмут с собой еще злейших. Помните эту притчу, да? Соответственно, если вы получили дары, но никак ими не пользуетесь, абсолютно живете другой жизнью, то пустота это будет заполнена. Та пустота, которая образуется в человеке. И эта пустота будет заполнена нечистыми духами, которые вернутся еще с большей силой и с большей злостью. Соответственно, всегда нужно развивать в себе эти дары Святого Духа. Как я уже сказал, дары Святого Духа, они развиваются присутствием в церкви и присутствием, связанным с обновлением, с постоянным понуждением себя к деланию заповедей, плюс к служению какими-нибудь дарами, талантами, способностями, которые мы имеем, окружающим людям. И видя, что мы хотим служить, что мы хотим помогать какими-нибудь своими способностями людям, Бог даст нам не просто возможность реализации человеческих способностей, но даст и действительно дар Святого Духа. Потому что существуют дары человеческие, а есть дары Святого Духа. Много людей талантливых, много людей способных, но далеко не все из них обладают даром Святого Духа. Поэтому для того, чтобы этот дар проявился в нас, там дар учительства, дар молитвы, или дар утешения, или дар пророчества, или дар толкования пророчества, как говорит апостол Павел, для этого нужно показать, что мы хотим, что мы готовы служить теми способностями, естественными нашими способностями, которые у нас уже есть, как у людей нашей церкви, нашей общине, нашему окружению, нашим близким, и тогда Бог даст, безусловно, и дар Святого Духа для того, чтобы и этим мы могли служить церкви. И третье таинство, о котором в обязательном порядке нужно сказать, это Евхаристия, то есть таинство причащения. Собственно говоря, можно говорить о некой глубокой взаимосвязи между таинством крещения, таинством миропомазания и таинством Евхаристии. Некоторые церковные писатели, например, святой Николай Кавасила, который написал известное произведение «Семь слов о жизни во Христе», он как раз и берет за основание вот именно эти три таинства и говорит, что если крещение – это новое рождение, миропомазание – это обладание дарами Святого Духа, то новый человек, получивший новую жизнь, получивший дары для того, чтобы жить благодаря этой новой жизни, должен получить и некую поддержку в виде того, что постоянно будет его соединять со Христом, обновлять его, поддерживать его всячески. И этим таинством является таинство Евхаристии. И, собственно, я уже говорил,
о том замечательном выражении Хомякова Алексея Степановича о том, что церковь – это стены, которые воздвинуты вокруг чаши. Люди, христианская община, должны собираться не для того, чтобы просто поговорить, поболтать, поделиться чем-то, и даже не просто для того, чтобы прочесть молитву, которую мы все послушаем, а для того, чтобы объединиться вокруг евхаристической чаши. На определенном этапе церковной истории, к сожалению, об этом не так часто помнили. И в каких-то этапах церковной истории было такое, что считалось нормой причащения там, раз в пост. То есть у нас 4 поста, 4 раза в году. Как вы понимаете, это минимум миниморум. То есть слишком мало, по большому счету. Для того, чтобы мы могли жить и имели силы, жить как христиане, мы должны максимально часто приступать к чаше евхаристической. Но я позволю себе такую аналогию. Вот вы же не можете там, питаться раз в неделю и чувствовать себя бодро, правда ведь? По большому счету, для того, чтобы чувствовать себя бодро, вы должны питаться каждый день, даже не раз в день. Соответственно, и Евхаристия, как пища, которая дана нам, хлеб жизни, как он называется, и в молитвословиях, и святыми отцами, этот хлеб жизни, он должен нами максимально часто, мы должны к нему приступать. Что происходит в таинстве Евхаристии? Интересно, что, опять же, очень долгое время таинство Евхаристии, как я уже сказал, оно считалось, что к нему можно приступать там, раз в полгода или раз там, в три месяца. И это в каком-то смысле отдалило людей от понимания того, что таинство Евхаристии дает нам возможность приобщиться к самому Христу. Что происходит в этом таинстве? Хлеб и вино действительно становятся плотью и кровью Христовой. Это тайна. Да, были попытки объяснить, а как же это происходит. Искали всевозможные аналогии, искали всевозможные термины, спорили о терминах или приложение, или присуществление по-латински «транссубстанция». Искали какие-то аргументы за и против. Но по сути своей нужно понимать самое важное. Безусловно, это навсегда останется тайной. Потому что Евхаристия – это одно из величайших действий, совершаемых в церкви. И вы помните, что есть тайна богословия. Да? Есть не только тайна богословия, не только какое-нибудь богословское утверждение нельзя растолковать до конца, потому что остается иррациональная остаток, все равно до конца разум это не понять. Но есть тайна и, собственно говоря, сакраментальная тайна того, что происходит в церкви. Поэтому и называется то, что мы с вами изучаем, эти 7 таинствами. Да, таинствами. Нельзя, знаете, разрезать, посмотреть, изучить, определить и так далее и тому подобное. Это не просто материя. Поэтому это и является таинствами. И в таинстве Евхаристии мы должны прежде всего понимать, что действительно мы приобщаемся плоти и крови Христа. Не некий символ, не некое подобие, а именно плоти и крови Христовой. И в этом приобщении мы настолько близко соединяемся со Христом, что многие церковные писатели приводят удивительные сравнения для того, чтобы проиллюстрировать, как это происходит соединение. Например, у преподобного Симеона Нового Богослова, известного вам святого отца, который умер в 20-х годах XI века, есть один из гимнов, где он рассуждает, вернувшись из церкви, что и причастившись, рассуждает о том, как Христос, вошедший в человека, через Евхаристию присутствует в человеке. И задает себе вопрос, неужели вот эти стареющие руки, то есть он говорит о себе, по сути, видно по гимну, что в тот момент он уже был человеком, переходящим в возраст, в пожилой. Да? Неужели, говорит, эти стареющие руки стали руками самого Христа? Неужели эти стареющие ноги стали ногами Христа? Неужели это стареющее, дряхлеющее тело стало телом Христа? И говорит, да, потому что нельзя допустить, что мы, восприняв тело Христово, восприняли его как обыкновенную пищу. Мы восприняли его для того, чтобы не мы его переработали, но оно нас преобразило. Не мы становимся тем, кто так или иначе переработает таинство Евхаристии, как любую другую пищу, но оно преображает нас изнутри полностью.
И, соответственно, это не только мысль преподобного Симеона. Примерно так рассуждает и Иоанн Дамаскин, и Николай Кавасила, и очень многие другие, о том, что, войдя в уста, причастие изменяет нас. Мы настолько становимся близкими со Христом, мы настолько объединяемся с Ним, что можно говорить о том, что Христос присутствует в нас. И вот этот гимн Симеонова Богослова, он, может быть, звучит для неподготовленного человека радикально, но это так. Христос действительно полностью в нас присутствует после таинства Евхаристии. Но естественно, что мы должны быть готовы. Готовность к таинству Евхаристии, она не может быть абсолютной. По большому счету, ни один человек не может сказать, что он достоин и готов. Но есть определенного рода все равно закон совести, который чувствует, который дает нам знать, что есть нечто, не позволяющее нам приступить к таинству Евхаристии. А есть, несмотря на наши прегрешности, смиренное желание приступить, и мы приступаем. И тот же апостол Павел говорит, что каждый да испытывает себя, и так от чаши до пиеты, от хлеба до ест. Потому что если это не так, то мы едим себе в осуждение, отсюда многие болеют и даже умирают. Это известный текст из апостола Павла. Соответственно, проявление Христа в нас после причащения связано с тем, как мы, собственно говоря, живем, насколько мы христиане. И если мы причащаемся недостойно, то по слову апостола Павла это наоборот нам является для нас следствием того, что мы и болеем, и некоторые даже умирают, как пишет апостол. Соответственно, всегда нужно максимально подготавливаться к таинству Евхаристии и подходить к нему со смирением. Вы знаете, есть такой момент интересный, он не описан, собственно говоря, в полном смысле слова в Священном Писании, я имею в виду в Евангелии, но отчасти он выражен в византийской иконографии, когда идет Тайная Вечеря, что все апостолы сидят и ожидают, что Христос подаст им частицу сам, да? И только один апостол дерзко протягивает руку. Это, естественно, Иуда Искариот. Соответственно, мы можем ожидать, смиренно ожидать, что Христос нам это подаст. Подаст это состояние после причащения. Но не дерзко рассчитывать, что мы взяли, причастились и просто автоматически, механически в нас произойдет вот это преображение. Это вот дерзость, та дерзость, которая выражена на византийской иконописи в виде поступка, в виде дерзновения Иуды Искариота. Таким образом, вот эти три таинства, крещение, миропомазание и Евхаристия, это таинства, данные нам для того, чтобы мы обновлялись как новый человек, живущий по заповедям Христовым. О других таинствах, о других четырех таинствах мы поговорим на следующей лекции.